Новая детская площадка, обустроенная набережная и прогулочная зона. Все это может появиться возле пруда Боровое. За благоустройство этого объекта можно проголосовать в рамках программы формирования комфортной городской среды. Другие две территории, которые вынесены на голосование, бульвар в микрорайоне 15 и детский парк на улице Сосина. На них выделено очень серьезное федеральное финансирование, очень серьезное региональное финансирование. Голосование идет уже с 23 июня и будет продолжаться по 6 июля. А это заочно можно проголосовать все эти дни на сайте «Голос за». Там ведь вся процедура прописана. А очно можно проголосовать вот на этом избирательном участке, либо на тех, куда пойдут по другим округам люди голосовать 1 июля с 8 до 18.00. От количества голосов будет зависеть в том числе и объем финансирования, который выделит Сарову на благоустройство по программе. Предыдущие подобные голосования, когда жители сами выбирали, куда потратить деньги, вызвали активный отклик у горожан. В прошлом году таким образом саровчане решили, что на детские площадки в детских садах надо направить 25 миллионов. И второй момент. Мы более 10 тысяч наших горожан проголосовало за левый берег, благоустройство левого берега реки Сатис. Это от Масликинского моста до нового моста. Это тоже деньги выделены, они уже есть в бюджете. Отдать свой голос можно за один или два объекта. Территорию, победившую в голосовании, благоустроят в 2021 году. Перед началом работ пройдут общественные обсуждения. Екатерина Опенова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.